Всем привет, друзья! С вами ММА. Сегодня будет очень крутой ролик. Есть одна хорошая возможность, и сейчас мы ее с вами проверим. Но прежде чем мы это сделаем, ребят, для вас есть крутой опрос. Мы этот опрос сделаем через комментарии. Я сделаю два комментария, и потом вы уже выбирайте, какой же вы хотите путь выбрать. Если один, закидывайте лайк туда. Если нет, то выбирайте другой и закидывайте туда. Но, блин, по-любому выберите какой-нибудь, чтобы я знал, насколько много народу именно любит тот путь или этот, что за пути, давайте расскажу. В общем, после того, как я настроил свою камеру, она сейчас, ну, неплохо пишет, мне нравится, как это показывает, несмотря на то, что я обустроил свое место на балконе, и тут не особо пригодно все это получается делать, но в целом неплохо. У меня есть вопрос, хотели бы, чтобы я продолжал ролики пилить с камерой, потому что, ну, по крайней мере, чаще, потому что практически я их вообще не делаю. Если хотите с камерой, то закидывайте лайк на этот комментарий. Если без камеры, то закидывайте туда. Но я думаю, что с камерой было бы в какие-то моменты прикольно, особенно там, где горит или что-то важное, вы бы смогли увидеть, как я эмоционально реагирую, не только услышать, но и увидеть. Так что по-любому пишите, а сейчас мы с вами разберем, но прежде чем начнем, давайте вот так вот быстренько просто зайдете, кликните, подрубите код ММА, и спасибо всем большое, кто это делает, ребят, потому что для вас есть отдельная рубрика, для вас есть конкурсы, все конкурсы отдаю. А, кстати, я два мерч-кода передал уже, а третий, четвертый я вам сейчас расскажу чуть позже, но не сегодня, может быть, да, может быть завтра, посмотрим. Посмотрим, и заходим мы к нашей теме. Пляжная ПМ, ребят, показывается, но есть прикол, давайте вот я вожу пальцем по экрану, и допустим, если сюда нажать, это кликается, а сюда не нажимается и ничего не показывается, но мы знаем, что она будет через 5 дней и 16 часов, но давайте мы ее затестим с вами прямо сейчас, так что погнали. Вот он, ребята, скинчик, и сразу скажу, что он стоит 80 гемасов, так что сейчас мы проверим, этот скинчик в деле, стоит ли он того или нет. Ну и, конечно, с вами мы обсудим эту тему, потому что я один не могу решать, мне какие-то скины нравятся, какие-то нет, хотя, может быть, они кому-то люто заходят, так что мы с вами это вместе проверим. Давайте пока погоним в пещеру, а потом еще и зайдем. Наверное, в ШД зайдем, там, конечно, иногда боты мешаются. Вот ее скинчик, кстати, сейчас выйду еще в меню, там еще и покрутим. Посмотрим, что у нее там сзади. Сзади, что это? Это морская звезда, да? Но давайте, ладно, тут не будем рассматривать, чекнем это уже там. И атака, блин, вода! Ну, сразу понятно, в принципе, было, что тут 5-литровка, айсберг, либо реклама не проплачена, тут может быть любая водичка. Так что, если кому надо прорекламировать, пишите. Как кукурузу Рузик, помните? И я, кстати, не ту старку взял. Но у нас получается и набор, да? Или это тот же набор с ремодели? Ну, там водичку вижу. Надо бы сравнить со старым скином. Но в любом случае, когда меняется атака, я всегда говорил, что это важная тема. И мне сейчас очень заходит, особенно если потом мы затестируем, как она будет в соперниках, то есть против тебя, ПМ. Может быть, водичка будет красной, это тоже будет прикольно, хотя не факт. Но давайте сейчас чекнем меню и потом ее чекнем в ШДшке. Вот по поводу хилки я не помню, ребят, напишите. Но погнали меню. В общем, если чекать старый скинчик, как бы да, анимация похожая, но здесь есть бутылочки. Что-то еще есть, непонятно, что это справа, возможно, это сэндвич, так как на пляж идешь, там попить, покушать берешь, если особенно надолго. Потому что лично у нас, если ты с утра поедешь, а в обед решишь вернуться, то это неплохо. Но если ты там засидишься, обезиды так не особо, можно люто встрять. Поэтому в теории, да, лучше отсидеть прям нормальное время, либо супер мало, и тут приходится выбирать. И вот он, ой, не то. Вот он скин. С водичкой, да, такой целый бак, но я думаю, что это бак литров 25, мне кажется, минимум. А может и больше, но прикиньте, 25 литров на себе таскать, когда ты еще и бегаешь. Хотя ПМ у нас не самая слабенькая из женского пола, так что, возможно, она это и осилит сделать. Хотя, в принципе, Джейки у нас тоже работяга, этот отбойник, его держать, блин, сколько сил надо. Но давайте теперь еще в ШД заценим. В общем, ребят,
Конечно, можно было бы сейчас. Очень жаль, что не получается встретить. Но бот со скином по-любому новым не будет, поэтому такая тема не сработает. Но можно было, в принципе, взять два устройства и самому все это запилить. Правда, времени уже чуток нету. Если вы знаете, может быть, не чекали стримы. Но я думаю, что многие чекали, потому что эта тема была очень веселой. Ладно, давайте так. Если вы не чекали стримчанский, то я не буду рассказывать, что для вас за ролик будет интересный, на что мы столько времени потратили и так далее. Так что ждите, интересные новости скоро будут. А сейчас мы посмотрим, как она атакует. Но хотя, в принципе, мы уже все чекали, просто найдем ботов. И в итоге будем подводить с вами итоги. Но я вам скажу честно, если меняется анимация, то это уже серьезный звоночек. Особенно, когда она не самый дорогой скин. А сколько там еще? Ну, там дофига, да, скинов, которые были по 150, они были достойны, там, озвучка, все эти вещи. Но тут ПМ с анимацией новой атаки, это, если я не ошибаюсь, ну, ремодели мы не берем в счет. Это единственный скин, который вышел на ПМ, и я думаю, было бы символично купить ее, тем более за такую цену, учитывая то, что многие любят, а вот, допустим, как я по-любому куплю, скажу почему, даже если бы не было атаки, я вот хочу, чтобы на каждом бравлере у меня было, получается, по скинчику, чтобы если мы играли турниры, я брал этого бравлера, и там какой-то хотя бы один был скин. Без разницы, супер дорогой или нет, самое главное, чтобы он был. Конечно, есть скины, которые я очень люблю, и там они, может быть, дороже быть и так далее, по-любому. Я буду выбирать среди этих, но я хотел бы, чтобы на каждом браулере был хотя бы один. И я на ПМ тоже по-любому куплю, потому что это первый скин за всю эту историю ПМ. Так что я думаю, что вам такая тема тоже, она бы зашла. Я думаю, что вы, если, конечно, гемасы имеете, то по-любому купите. Хотя, если вы не жадины, если вы прошли Бравл Пасс, то в теории вам на скин хватит. Но учитывайте, что если вы не донатите, но купите этот скин, то потом вам будет тяжко, потому что придется еще копить 2 месяца. У меня такая тема с бомжом была. Получается, сейчас я накоплю гемасы, а потом 1 месяц я буду копить чисто на Бравл Пасс. И это я вам все расскажу чуть позже, когда выйдет ролик по бомжу. А вы, ребята, обязательно закидывайте лайк. Надеюсь, вам этот ролик понравился. По-любому напишите, что думаете про вебку. И будем ждать выход этого скина, чтобы заценить его там уже где-то в игре. Может быть, врага с третьим или кого-то попросим взять этот скин, чтобы чекнуть, как это вообще получается, как он выглядит. Может быть, топов посмотрим. Там бывает, что, допустим, ты и ту команду знаешь, и эту. Просто заходишь за команду того, у кого нету ПМ, и тогда ты чекнешь врага и увидишь анимацию. Тоже такая хитрость есть. Но, в общем, с вами был Ума. Будем подводить итоги, потому что есть еще дела. Весь день сегодня тратил на всякие веселые вещи, которые вы скоро увидите, скоро узнаете. В общем, всем удачи, ребята, и всем пока.